На вахту у Вечного огня в Брестской крепости заступят 5 новосибирских школьников. Они станут участниками международного слета. Сегодня их торжественно проводили в поездку в город-герой. В город Брест в первый раз летит наша делегация, поэтому очень важно и очень трепетно мы относимся к подготовке наших курсантов для того, чтобы на высочайшем уровне показать все свои умения, все свои навыки. Это очень почетная миссия. Мы очень гордимся, что наш пост номер один города Новосибирска удостоился этой чести, но по объективным причинам. Мы прошли конкурс, все ребята прошли испытания и завоевали такую награду. В делегацию вошли лучшие курсанты после строгого отбора. Они продемонстрировали знания российской истории, отличную строевую подготовку, умение разбирать и собирать оружие и другие навыки. В Бресте их ждут экскурсии по героической крепости. В ночь с 21 на 22 июня они увидят историческую реконструкцию начала Великой Отечественной войны. Но самым главным событием станет вахта памяти у Вечного огня. Это важная история, которую надо помнить, которую надо передавать из поколения в поколение. И в Брестской крепости мы много чего узнаем, я уверена в этом. И это будет тоже история, которую мы привезем сюда и передадим тем, кто находится здесь. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.